Меня зовут Мэтт Ролоф. Это моя жена Эми. Мы маленькие люди. Когда ваш рост немного больше метра, вы постоянно ощущаете, что живете в мире, не приспособленном для вас. В обычной жизни приходится постоянно сталкиваться с препятствиями. О, спасибо. Мы живем на своей ферме в Орегоне. Когда я был маленьким, я провел несколько лет прикованным к постели. Тогда я мечтал о нормальном детстве. Теперь я хочу сделать хорошее детство своим детям. Трое наших детей обычного роста, а один маленький. У нас близнецы, но некоторые нам не верят. Зак такой же, как мы, а Джереми вырос. Мои родители живут неподалеку. Может быть, вас удивит, но они обычного роста. Родители Эми тоже. Я бы очень хотел, чтобы люди поняли. Мы можем делать все, что и остальные, но несколько по-другому. Такая вот история. Семья Ролов. Мэтт и Эми. Близнецы. Джереми и Зак. Джейкоб и Молли. Маленькие люди, большой мир. У меня шея болит вот тут. Потянул, наверное. Что? Я сказал, кажется, я потянул шею. Больно прикасаться. Наклонись, я посмотрю. Вот тут? Да. Так лучше? Зак только что приехал из больницы. Там ему сделали операцию шунтирования. Шунт — это как дренажная труба. Он начинается около головы и спускается к животу. Он нужен, чтобы оттягивать лишнюю жидкость из головы. Рад, что он вернулся. Очень не люблю, когда дети в больнице. Зак. Чтобы подбодрить Зака, Джереми с друзьями стали обсуждать будущий поход на зимний бал. Ну что, ты что-нибудь придумал? Хочешь пойти? На этот бал нужно обязательно прийти с парой и быть одетым в смокинг. Все как полагается, должно быть круто, так что Зак обязательно должен пойти. Без него все будет по-другому. Мне нужно найти пару. Так пригласи Кейси. Ну, я подумаю. Кейси тоже ходит в группу «Маленькие люди». Она живет в Лос-Анджелесе, и мы дружим. Мне кажется, Зак, нужно поторопиться. Ты должен найти ее номер. Осталось всего 5 дней. Вы знаете ее фамилию? У меня никогда не было подружки. Я часто ходил на танцы маленьких людей, но на танцах с обычными людьми я не был. 6101. Алло. Здравствуйте, это Зак. Можно поговорить с Кейси? Простите, это Зак. Можно поговорить с Кейси? А, Зак. Кейси скоро придет. Думаю, минут через 10. Можешь перезвонить через полчаса. Ладно? Да, конечно. До свидания. Счастливо. Ну как? Она придет домой только через полчаса. У нас с Кейси много общего. Мы оба карлики. Она очень крутая, всегда такая веселая, нам вдвоем очень хорошо. Мне гораздо легче даются имейлы, чем телефонные звонки. Я не могу расслабленно говорить по телефону. А уж с девушками у меня вообще плохо получается разговаривать. С ними вообще есть о чем разговаривать? Алло. Привет, Кейси. Привет. Это Зак. Как дела? Ничего. Я пригласил Кейси на зимний бал, и она согласилась. Я выбрал ее, потому что нам весело вместе, и мы хорошие друзья. Договорились. Во сколько нужно выходить?
Ой, не могу сейчас сказать. Но выезжай где-то в час, да. Приедешь к нам в 3:30. 3:30? Что, лететь 2,5 часа? Да, я тоже удивился. Ну что, приедешь? Да. Отлично. Познакомлю тебя с моими друзьями, семьей. Тебе понравится. Да, может быть. Не уверен, конечно. Хорошо, ладно, ну давай, созвонимся, пока. До связи. Пока. Привет, привет, как поживаете? Это Зак. Здравствуй, Зак. А это Джереми. Привет, Джереми. Им нужно купить смокинги на зимний бал. Вы уже придумали фасон? Джерри хотел фраг, а Зак, ты тоже? Что-нибудь попроще. Попроще, то есть фраг не хотите? Если хочешь жилетку, выбирай серую, она стройнит. А тебе, Джереми, я бы посоветовал что-нибудь с красным. Хорошо. Поехали. Мне нравится примерять смокинги. Отлично. Мне нравятся примерки, потому что тут ничего особенно делать не надо. На нем все сидит, какой счастливчик, а? Надевает и все сидит. Но мне нравится все перекраивать. Вам это удовольствие доставит Зак. Я справлюсь. А теперь очередь Зака. Штанишки придется ушить, чтобы они не стерлись снизу. Обязательно подошьем. А в талии не жмет? Хорошо. Ну-ка, подойди ко мне. Давай-ка. Иди, иди. Посмотрим, насколько нужно ушить штаны. Джерри, может, тебе тоже что-нибудь ушить? Никогда раньше не носил смокинг. Неловко немного. В этих штанах ужасно неудобно. Не люблю примеривать одежду, только время тратим зря. Жилетка тебе очень идет. Нравится серый, да? Тебе подходит? Кейси должно понравиться. Мы приехали. Как же его закрыть? Черт, больно. Зак пригласил на зимний бал Кейси. Она должна прилететь к нам из другого города и без родителей. Так что мы решили приехать в аэропорт пораньше. Потому что опаздывать нехорошо. Опаздывать нельзя. Ну, давай на чистоту. Как ее зовут? Кейси. Сколько ей лет? 16 или 15? Какой у нее рост? 94 сантиметра. Сколько? 94 сантиметра. 94? Да она совсем маленькая. Она мне посюда. Посюда? Да, наверное, ужасно мило. Маленькие люди, большой мир. Маленькие люди, большой мир. Часть вторая. Я все время говорил Заку, надо выехать пораньше, чтобы не опоздать. Так что мы приехали заранее. Здравствуйте, я Том. Я Мэтт Ролов. Приятно познакомиться, взаимно. Спасибо, что разрешили моему шалопаю прийти к вам на праздник. Правда? Когда? 2 года назад, на Хэллоуин. Это мой сын Зак, мы приехали вместе. Мы с папой заехали в магазин для ремонта, а теперь поедем в аэропорт за Кейси. Счастливо. До встречи. Куда я дел ключи? В бардачок? Нет. Это точно не они? Нет. Все началось так хорошо, и Заку понравилось в ремонтном магазине. Мы уже были готовы ехать в аэропорт, но тут я потерял ключи. Сбегай в магазин, посмотри, я не обронил их там на полу. Понял, где посмотреть? Папа вообще спятил, потерял ключи.
Мы ехали в аэропорт, но папа потерял ключи, так что мы можем опоздать. А, вот и ты. Спасибо. Мне их только что принесли. Спасибо, не за что. Пап, ключи кто-то вернул. Мы едем в аэропорт за Кейси. Немного опаздываем, потому что забыли ключи в магазине. Заку сказали, что они, видимо, выпали у меня из кармана, пока я выбирал предметы для ремонта. Надеюсь, сейчас нагоним упущенное время. Посмотрим. Это все потому, что ты только за телефоном следил. Вот ключи и выпали. Все время теребил его в кармане. Да, ты, наверное, прав. Ну давай, беги. Я подожду тебя здесь у дверей. В аэропорте я, конечно, немного нервничал. Я давно ее не видел, волновался. Кейси! Кейси! Привет! Как дела? Хорошо. Как долетела? Очень долго. Пойду скажу папе, что ты прилетела, чтобы он подъехал. У тебя есть еще сумки? Да нет, только это. Хорошо. То есть это все, да? Ну да, хорошо. Я рад, что Кейси приехала. Пусть я сначала и нервничал, все равно хорошо. Да, я ужасно смутился. До машины мы почти не разговаривали, но это ничего. Залезайте, где хотите. Ты только что приехала? Хорошо, что мы не опоздали. В Лос-Анджелесе сейчас жарко, да? Да. Ох, бедные. Это деревянный домик. В него можно залезть. Какая прелесть. Странно общаться с Кейси вне конференции «Маленькие люди». Мы как-то смущались друг друга. Наверное, она не так уж и нервничает, просто волнуется от радости. А вот наш шалаш. Мы тут иногда тусуемся и даже ночуем. Здорово. Сейчас я готовлюсь к зимнему балу. Я на него пойду со своей прекрасной подружкой Сарой. Жду не дождусь, когда увижу ее в бальном платье. Как тебе, идиот? А ты настоящая модель. Да, она просто находка. Потрясающе. О, а на Джереми посмотрите. Да, тебе тоже очень идет. Очень красиво. Давайте-ка я сфотографирую вас вчетвером. У тебя лучше получится. Как же это вставляется? Да просто засовываешь и закрываешь булавку. То есть всего-то просунуть и... Это только звучит просто. Ладно, все удалось. Давайте, может, у меня получится. Какие красавцы, а? Посмотрите, это первая девушка у Джереми. У Зака больше подруг, но если бы у него возникли отношения, как у Джереми, я бы сказала ему нет. Пока рано. Что это вы такие тихие? В машине вы так болтали, а тут... Спускайтесь. Вы же не простоите там весь вечер? Давайте. Кажется, Джереми особенно не нервничал. Какие милые.
А вот Зак очень переживал. Это же первый раз. Я не хочу попасть в глупое положение, поэтому нервничаю. Думаю обо всем сразу и обо всем забываю. Очень волнуюсь. Кажется, тут пуговицы не хватает. Да нет, все на месте. По Заку видно, что он волнуется. Все произошло так быстро. Кажется, Зак все время хотел сказать: «Остановите землю, дайте передохнуть, потом продолжим». Но и на это не было времени. Я первый раз во фраке. Галстук просто душит меня. Ненавижу официальную одежду. Мам, скоро приду. Зак, ты куда? Скажи Кейси. Видите, как он нервничает? Не надо об этом говорить. Эй, Зак! Захарий! Мам! Мне нужна твоя помощь. Мам, помощь? Я помогла Заку с его первым выходом в свет. Подбодрила его. Он нервничал из-за штанов. Они были длинноваты. Знаешь, у Джереми тоже длинные. Эта штанина вся смялась. Это ничего, а это вся в складочку. Это совсем незаметно. Можно приколоть аккуратно. Не волнуйся. Никто не заметит. Все хорошо. Давай. Все хорошо. Ладно. Дай ей букетик. Теперь общая фотография. Зак, я тоже не мог открыть свою, пока мне не помогла наша собака. Сделаем еще фотографию. Да, групповой портрет. Нечестно, маленькие должны всегда быть спереди. У меня они в кадр не помещаются. Давайте я сниму. А теперь папу в кадр. Зак только что пережил операцию. Ему нужно было мобилизоваться очень быстро. Но он молодец, он совсем справился. А теперь опуститесь на колено. Раз, два, три. Молодцы. Я очень рада, что он собрался и пошел на бал. Прошло так мало времени, он просто молодец. Он у меня умничка. Заку и Кейси нужна помощь? Кейси, тебе помочь? Не нужна? Справилась. Хорошо. Ты готова? Мы так и просидели все время. Немножко странно. Вот Джереми и Сара были спокойны, они беседовали, а все остальные молчали, как рыбы. Продолжаем играть в молчанку? Проиграл. Скоро ты увидишь всех друзей Зака. Правда? Мы едем в школу? Добрый вечер.
Дом просто звезда. Раз, два, три. Молодцы. Раз, два, три. Красота. Позови ее к нам. Я все еще нервничал, не знал, о чем разговаривать. Вот Джереми может говорить ни о чем 20 часов, а я нет. Кейси тоже не болтушка. Я это знал с самого начала. И мне это импонирует. Для первого официального вечера получилось неплохо. Все друзья отреагировали не так, как я ожидал. Что? Зак пришел с девушкой? Все потряслись. Вот Зак, а вот отвадная девушка. Как она ему досталась? Я, конечно, был польщен, но все равно. Все это так непривычно, но приятно. Все-то думали, Зак, малыш, с кем же он придет? А тут он привел милую девушку, и все оценили. Думаю, ему все понравилось. Для первого вечера очень неплохо. Все прошло нормально. Мы налили газировки, и брат произнес тост. За этот вечер с прекрасными дамами. Пошли наверх. Где лестница? Все хорошо? Да. Просто не могу быстро идти. Хорошо, что я пошел на бал. С операционного стола прямо в бурную жизнь. С друзьями я забыл о больнице. И мне очень понравился вечер. Какой волшебный вид! Чувствую себя очень большой.